Здравствуйте, я Зундыл Ама, гороскоп Зурхай на телеканале АТВ. 14 ноября, 17 лунный день, стихии неба, 7 красных НГ. День благоприятен людям года тигра, зайца. День благоприятен для почитания божеств, поклоняться защитникам, для выполнения ритуалов, преодоления препятствий, проблем, вызванных действием негативных сил. Для подписания контракта начала нового дела. День плохо для ссор и обид, остерегайтесь головных болей, даца не проходит, хурал жундан. Стрижка волос к улучшению внешности. И помните, хургын дале, хургавы бале. Идам божества-покровители в буддизме. В христианстве можно сравнивать с ангелами-хранителями. Тем, кто желает достичь успехов на пути к просветлению, рекомендуется четко знать своего покровителя и особые мантры, которые следует читать для него. Знать буддийские божества по году рождения необходимо, чтобы мольбы не остались без ответа, а медитации помогли найти путь к просветлению. Будда Шакьямуни, именно он стал первым человеческим существом, достигшим просветления. Правда, до этого ему пришлось преодолеть сотни жизней в колесе сансары, прежде чем он сумел выбраться из него и прервать цикл перерождения. Будда – сильный и мудрый покровитель, который помогает философам и ученым, интеллектуальным людям творческих профессий пройти свой путь к просветлению. Абсолютно безопасные, стоят меньше гипсокартона, оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.